Однажды Пепси по ошибке выпустила 600 тысяч крышек с призом миллион. Победители собрались и пошли забирать деньги. Эта акция прошла в 92 году, в которой приняли участие 65 миллионов филиппинцев. Суть акции такая. Розыгрыш проходил по телевизору, и выиграть мог абсолютно любой номер от 1 до 999. На заводе должны были выпустить две крышки победителя, но из-за ошибки компьютера выпустили 600 тысяч. Чтобы вы понимали, бюджет выплат должен был составить 10% от доходов России за весь прошлый год. И тут начался беспредел. 480 тысячам людей предложили компенсацию в переводе на наши по 1350 рублей. И они согласились. Обошлось это компании Pepsi в 240 миллионов. Остальные начали бунтовать. Проблемы были настолько серьезны, что американцам пришлось закрыть военные базы на Филиппинах. Там до сих пор все помнят об этом розыгрыше. Больше Пепси не устраивает никаких розыгрышей на Филиппинах. Ну а суд принял сторону Пепси.